Работы ведутся недалеко от села Подлесное. Еще 10 лет назад на этом месте площадью в 4 гектара провели санитарную рубку, так как участок давно себя изжил. Деревья отправились на переработку, а так как лесные культуры долго не создавали, здесь выросли лещина, осина и береза. Их лесники относят к малоценным породам. А наша задача лесоводов, то есть растить хороший, здоровый лес, хозяйственно ценными породами, чтобы сажать. Это в основном сосна и елку мы сажаем, ель, да. Вот в этом участке мы будем, естественно, сажать на следующий год сосну обыкновенную. Раскорчевывать деревья плугом в данном случае малоэффективно. В ход пошла тяжелая бульдозерная техника. Машины сдвигают нежелательную растительность вместе с корневой системой, оставляя за собой песчаное поле. Раскорчеванные деревья на переработку не отправляются, а сдвигаются вот в такие валы. Здесь они будут перегнивать, а также охранять сосны от пожара, служить так называемым противопожарным барьером. Ведь лиственные деревья гораздо более пожароустойчивые, чем хвойные. Дополнительная обработка этого участка перед посадкой не понадобится. Природа все сделает сама. Это уже вот это вот считается подготовка почвы. Кроме этого мы ничего больше не будем делать. Весной намечаем тут борозды прямолинейности, чтобы борозда была, расстояние между бороздами будет 1,8 метра, да. И в ряду потом будем сажать уже или механизированную, или ручную посадку производить. Лесники высадят здесь двухлетние сосенки. Их они выращивают в своем же питомнике в Челнавском лесхозе. Плотность посадки составит по 5600 единиц на гектар. Мария Шумейкина, Станислав Попов, Ольга Кириллова. Область новостей.